Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что ж, громкое событие, задание дня, давай попробуем пройти его. Цитрон играет с Безумным Орехом. Придумайте, как лучше использовать бесенка на бесенке при игре со стратегической колодой «Заморозка», «Дым» и «Лазеры». То есть я буду за «Заморозка» играть, да? Окей, попробуем. Не очень, конечно, хороший персонаж, как по мне. Но, ребята, в умных и прямых руках все персонажи топчики. Так, я, наверное, оставлю все как есть. Все как есть. Ну что, пропускаем ход? Цитрон. Ага. Вот ты как. А если мы, например, уберем? Хе-хе-хе. Нормуль. Так, погнали. Все четенько. Так, опа. На тебе еще. Прекрасное начало. Так, ну что, мы можем с тобой, наверное, сделать вот так. С прочерком все дела. Да, тут ему, конечно, стоит позадуматься. То есть любой, кто будет против нас стоять, естественно, будет погибать сразу. Если, конечно, он на нем поменяет ландшафт. Воу-воу-воу. Это, в принципе, ничего страшного. Поехали. Две в лицо — это не беда. А вот сколько он, честно, получает. Так, мы же сейчас еще, да, сбросим? Куда? Ух ты. И еще. Прекрасно. У нас вот кто есть. Поваренок. А давай я его сюда поставлю. Что он будет делать? У него, конечно, сработает защита на следующем ходу. Опа-на. Опа-на. Что нам лучше сделать? Если я сейчас заморожу, он будет применять удар или нет? Будет. В любом случае, да, будет? Понятно. Вот так, защита. Хобана и хобана. Предположим. Как же мне не хочется сюда ставить, там погибнет же у нас, да? Получается. Твою налево. Но я пока ничего не буду делать. Пропустим с тобой ход, так уж и быть. У него наверняка есть неуязвимость. Ему в любом случае сейчас что-то надо будет предпринимать. Он ставит орех. Он ставит орех. Так, ну что, мы наносим ему урон. Ага. Так, у него опять сработает на следующем ходу защита. Что же нам сделать? И как нам лучше сделать? Да что там урчит-то так безобразно, прям не могу. Давай сделаем вот так вот. Ну и пока все. Пока я больше ничего не могу здесь сделать. Два в лицо плюс. О, как он залепил. А ты думаешь, тебя спасет? Если неуязвимость, то, конечно, спасет. Ага, вот он что делает. Блин, тут хоть бы бесенок был. Ага. Погибает. Отлично. И мы уничтожаем его, получается, да? Это нам лучше не применять, иначе этот холмон бомбанет. А так, все, победа. Все прекрасно. Слушай, неплохая такая комбинация, но это благодаря тому, что ребята здесь сразу стояли у нас вот эти вот дорожки с прочерком. Так, разыграйте три ягоды, выиграйте, ну, понятно, а здесь антигерои. Ну что, давай опять же поюзаем разные виды растений и зомби. Погнали. Так, здесь мы сыграем, начнем, наверное, с сальцы заразительной. Поехали.
Как ты видишь, у меня 16 ранг. Серебряная лига. Давай смотреть, кого нам подсунут. Пока есть время немножечко до работы. И нам дают 21 ранг. Тимизин. Окей. Ну вот это вот, наверное, лишнее будет. Сальса, какая-то у тебя странная тут колода. Очень странная. Опачки. Ты глянь-ка, что делает, да? Ты только глянь, что он творит. Ну, а если я сделаю вот так? Угу. Ну что ж, поехали. Замечательно. Так, он ему дает сколько? Два солнца, по-моему, да? Два солнышка. Давай я вот так вот поставлю. Орешек. Еще орешек. То есть, типа, он прикрылся, да? Вот как-нибудь не так. Погнали. Ну что, нам надо вызывать йети, получается. Давай вот так вот сделаем. Слушай, у него, скорее всего, ореховая колода. Он повыставляет орехи, естественно. И зеркальный орех еще будет. О, неуязвимку лепит. Жалко, у меня пока нет ландшафта, который бы я мог поменять. Ладно. Охотник. Ну-ка, давай еще разок вот так вот сделаем. Угу, отличная карта. Так, ну что, будем выставлять с тобой этого? Когда растение использует прием, получает 1-1. Так, и перемещается на случайную клетку. Давай, давай, давай. Как раз этот чувачок у меня и переместится. Ведь? Плюс 1-1 делает. Опа. Погнали. Чпок. Чпок. Угу. Так, а вот тут вот что сделать бы нам лучше? Хотя, в принципе, мы можем сделать вот так вот. Чётенько. И вот так. Жаба, да? Ну, погнали. Что он там сейчас делает, я не знаю, ребята, что он там сделает. Ну, жабу-то, я думаю, мы, в принципе, можем уничтожить, да? Дает энергию, мы слышим. Давай так-то я поставлю. Ага, хиляется. Все, да? Хильнулся, типа. Давай сюда заморозочку, наверное, сделаем с тобой. Легкую. Или так вот чуть-чуть сделаем. Погнали. Так, так. Окей. Замечательно. Так, щупальцы, это хорошо. Щупальцы нам пригодятся. Странная, конечно, колода у ореха у этого. Уничтожает зомби. Так, а мы с тобой 5-3. Великолепно. Ну что я могу позволить себе? Наверное, сделать вот так. Я думаю, это будет неплохо, да? Смотреться, поехали. Тынс. Еще вот так вот. Прекрасно. Еще одни щупальца кальмара. Так, здесь мы, наверное, сделаем вот так все-таки. Ох ты, хорошая карта. Хорошая, ребята. Уничтожает всех зомби на земле. Ох ты, какой красавчик. Самый умный, да, думает? Ой, опять орех. Ну что, три в лицо будем или как? Ну да, давай три в лицо ему пропишем.
того у него 7 хп. Ну что, выставляем этого сюда, наверное, я так понимаю, да? Или как лучше там сделать? Вот так вот. Давай таким вот образом попробуем. Ух ты, опять хилочки, да? Опять хилочки у тебя. Ну ладно, нам нечего тут, ребята, сделать, к сожалению, пока. Еще и перемещает его. Ну, допустим. Так, ну что же нам сделать? Давай вот так вот бомбанем. Погнали. Так, этого убираем отсюда. Два в лицо. Ну, этого уничтожаем. Ну, давай вот так вот сделаем. Ага, ну давай вот так вот, фикс. А, герой становится неуязвимым. Плюс вытягивает карту. Ой, ой, ты меня напугал. Ладно, хорошо. Ну что, уничтожим его, да, или как? Нет. Не будем. Нет, все-таки надо его бомбануть хорошенечко. Давай так вот сделаем с тобой. Так, у него уже еще сейчас работает защита. А, у него неуязвимка. Угу. Ой, красотища-то какая. Ну что, ребята, я пропускаю ход здесь тупо. Ну что, ты будешь там убивать всех зомби на земле? Смотри, сейчас будет хиляться, ребят, наверное, скорее всего. Так у него нет дорожки хилищей, как ты видишь. Всех с прочерком. Молодец, давай, давай, выставляй. Так, ну что, мы с тобой сделаем вот так вот. Наверное, немножко даже не ожидал, да, что так будет. Прекрасно все. Погнали. Че, перемещаешь? Пузырик, да, получил? А пузырик-то тебе не нужен здесь. Ты им даже не воспользуешься. Ай, хорошо-то как, а? Заразительная сальца, ребята, собственной персоной вышла и показала. А, стена орех. Окей. Пока. Ну что, мы продолжаем. Сыграли за сальцу. Так, теперь мы сыграем. Так, еще 10 гемов получили. Так, за кого бы нам сыграть? Кто-то просил, чтобы я сыграл за Розу. Сейчас, давай, наверное, вот сейчас за бесячество поиграем с тобой. Можно за всех по одному разику попробовать. Правда, мне сейчас уже собираться надо. Половина шестого, ну, думаю, успеем. Естественно, этот выпуск уже выйдет завтра, так что я уже буду на выходном. А какой выходной? У меня будет вторая смена только лишь. Ну давай, поиск соперника быстрее, тут каждая минута у нас на счету, ё-моё. Чё, прям против бесячества все так боятся выступать? Не найдете мне подходящего кого-то? Ладно, хорошо. Давай тогда вот так вот. Супермозг. Давай. Да ну, хорош, против... О, нашли. 19 ранг. Латесси. Вот такие вот пироги, Латесси. Кстати, кто-то говорил, чтобы я принял там кого-то в друзья. Нуб какой-то там. Ой, сколько вас тут. А, вот, нуб 37. Он просил, чтобы я его принял. Все, так, ладно. Что у нас там? Поехали. Угу. Потратил. Ну и хорошо. Потратил и хорошо. Так, у нас ковбой. Да, я вот так сделаю. Опа, росточек. Он призывает росточек. На тебе, в лоб. Кто там у тебя вылупится сейчас, интересно знать. Может имба появиться здесь. Могилы, нет, ничего страшного.
Давай вот так вот я сделаю. Ох ты, ох ты. Блин, нам невыгодно, да, туда идти. Блин. Трэш какой-то, я ей не добью. И фигня получается, ребят. Будет карты брать, естественно, карты. Там карты жирные, шикарные. Но мы сейчас с тобой кое-что другое сделаем. А что мы другое сделаем с тобой? Мы можем сюда поставить, да? Ну давай я так вот сделаю. Да ладно. А вот это вот не... Блин, кровожадность. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну мне лучше так вот сделать. Чик. Успеет, да, на дорожку выхватить все-таки. Окей, ладно. Угу. И вот так вот. Что мы с тобой сделаем? Да блин, как-то невыгодно нам так. Давай я вот так вот сделаю, фиг с ним. Ага. Давай, давай, наноси 3 единицы урона, что хочешь, что делай. Ой, ой, ой. Прям боюсь, 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 как. Блин, защита сработает? Конечно, сработает. Кого ты там будешь усилять-то? Вот, это, вот этого, наверное, пройдоху, да? А, бонусную атаку. Так. Обстановка по кайфу. Давай вот так вот сделаем, наверное, с тобой. Да и все, пока. Пока все. О-о-о-о, что он тут творит? Да ладно, ради бога, делай, поехали. Неужели тут будет фейл, да? Ну, я сомневаюсь. Хотя, тут все, может быть, ребят, тут непредсказуемость. Ну, если я, например, сделаю так и так, это будет 5. Ну, давай сделаем фиг с ним. Так и вот так. Плюс еще одну карту вытягиваем. Отличная карта. Смотрим. Ух ты. Ух ты. Да ладно, серьезно что ли? Перемещаешь? Давай, хорошо, перемещай. Все. Так, ну мы с тобой тогда тоже переместим. Или что нам лучше сделать? На один дороже. Так, раз, два. Я не знаю, ребята, может быть, конечно, уничтожить. Вытягните карту. Давай попробуем. Вот это вот плохо. Давай так вот сделаем. Так, и крышка нам, нет? Нет, у нас защита сработала. Ну что, нанесем бонусную атаку. Вот так вот. Прекрасно. Ну что, теперь сделаем 3, 5, 8, да? Давай вот так вот. И вот так вот. Так, прячемся. А теперь смотрим, что он будет делать. Банан поставил. Грибок. Ты понимаешь, да, что он добивается? Так, 3. Ну тут не 6, тут 5. У нас не хватит, да, ребят? К сожалению. То есть мы фейлимся из-за вот этого банана.
Немножко грустно, что вот лучше из одного дамага мы не справились. Ну, ты уже знал. Так, давай дальше тогда попробуем еще сыграть. Будем играть, пока не выиграет. А, кто-то просил, чтобы я за зубостизилу поиграл. Точно-точно, был такой комментарий, было такое пожелание. Да, тут... Добор то, что есть. Ну, добор это хорошо, ребят. Первая карта пойдет на добор. Второго хода у нас нету. Хорошие ведь карты, кстати. Очень хорошие. Так, пропустим ход здесь. На третьем ходу либо вот этого вызвать, либо этого. Но я не знаю. Этого возьмем. Он нам карту дополнительно даст. А этот зато как бы неуязвим. В надгробии, да, получается? Угу. Вот сиди и думай, что нам лучше, что нам выгоднее. Ну давай я так вот сделаю. Тортик. Тортик наносит 4 единиц урона. Так, он еще, наверное, бонусную атаку сейчас влепит, нет? Нет, не стал ничего он тут делать. Хм. Ну давай я вот так поставлю. Ух ты. Ух ты, какой нежданчик. Давай так вот поставим с тобой. Экс. Ага. Погнали. Меняешь ландшафт. Ух ты какой. Ух ты какой. Поехали. Да ёк-макарёк. Напугал ежа лопатой. Отлично. Так, ну что мы с тобой можем сделать? Ну давай я, наверное, вот так вот замучу. Проверим. Бонг чу я поставил. Ой-ой-ой, ой. Боюсь, боюсь. Хотя, что я радуюсь, ребята, здесь может быть. Смотри, сейчас сюда, да? Ну, ладно. И вот так еще. Странно тогда, я бы лучше бы сюда бы стал. Если ты таким образом хотел сделать, непонятно, конечно. Ладно. Так, кто у нас тут появится? Но неплохо. Неплохо, удешевляет нам карты. Сундук. Давай я сделаю вот так. И вот так. Ага. И сделаем вот так. Зубостизила задумалась. Я знаю, что вот этот вот, если его пропустить, он сейчас начнет тут гаргантюашек выставлять. Ну что, все? Поехали. Здесь в лицо, конечно, неприятно получить, но черт с ним. Ага. Ну что, давай сделаем вот так, наверное, с тобой. Карту вытянем. Жжу. Еще на воду поставим его, да? Пускай пока постоит здесь. Так, орех. Ну, мы его, если что, можем уничтожить. Пока это не проблема. Это тоже я не вижу никаких проблем. Угу. Все?
А, восстанавливаешь себе здоровье. Ну, одним словом, тебе крышка. Тебя вот этот парень не спасет, ты даже не думай об этом. Я понимаю, что ты хочешь сделать, но, извиняй, не получится у тебя. Так, единственное, что вот этот вот, конечно, рисанется, превращает в случайного зомби. Кого ты мне его можешь превратить? Или лучше нам этого? Давай так сделаем. Погнали. Так, так. Так. Ага. И вот так. Что нам сделать? Он вытягивает две карты. Вылупился, да? Ну тебе крышка в любом случае, ты можешь даже не радоваться. Пропускаем ход. Допустим. Допустим. Все? А, бонусную атаку делаешь? Все? Ну что, ребята, давай подумаем. 5 в лицо — это плохо. Поэтому мы, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Это для начала. Блин, а как же нам тут 3 в лицо, 3, 5. Я не знаю, как тут лучше сделать. Наверное, вот так вот все-таки. Посмотрим сейчас, ребята. Если защита сработает, то это будет круто. Защита сработала. Превосходненько тогда. Погнали. Тюн-тюн-тюн. Ох, какая хорошая карта выпала нам. Пиу, пиу. Да чтоб тебе ты достал своими этими, а. Восстанавливаем. Ну ладно. Так, ну что, ребята, прячем в могилы всех, да? Как по мне, так вот самый лучший вариант будет. Поехали. А теперь пускай сидит и думает. Надо же. Ух ты. Бля, вот это плохо, ребята. Что тут прочерк? Так, смотрим. Ага. Слушай, мы... Да что ж ты не ту карту-то мне дал? Блин, ребят, по-моему, фейл будет вот из-за этого чудика. Поехали. Нам сместиться-то с тобой некуда. И у него еще 9 хп, да? То есть этот-то в лицо бомбанет, понятное дело. 6. А вот тут фейл. Не, чтобы сюда вместо вот... Вместо вот этого бы попал. Да кто? Да тут никто, ребят, не попадет. Я запарюсь, наверное, этим бесенком здесь выигрывать. Или за кого мы играем? А, за супермозг. Давай, поехали еще партию. Последнее, если проиграем, ребята, выбираем другого персонажа. Ты видишь, чуть-чуть буквально вот, не дотягиваем. Буквально на один ход мы отстаем. На один ход. Ну понятно, здесь нет у меня ничего хорошего. Пропускаем здесь. Второго хода у нас тоже нету. Единственное, что я могу ландшафт поставить. Ну давай вот так вот сделаем. Поставим с тобой ландшафт. Так, сделаем вот таким образом. Че он там сейчас? Минус твою поставить, наверное, сюда, да? Это хорошо. Это хорошо придумал парень. Давай-ка сюда сместим. Вот так вот. Погнали. Отлично. Едем дальше. Ну и что ты задумался? Ох ты.
Ох ты. Давай сюда. Погнали. Значит, на ягодках, да, паренек, хочет сыграть? Я тебя понял. На ягодках. Давай сделаю вот так. Пускай он думает, что у меня здесь тоже ковбойка. Угу. Ягоды. Давай сюда, 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 прыгай. Ну что ж ты. Что ж ты так. Блин, защита сработает, наверное, да, сейчас? Тырюч. Ох ты, как хорошо. Так, ребят, теперь делаем хитрый ход. Раз. Два-с. Угу. Сейчас фруктовые миксы пойдут, я так понимаю, да? Угу. Что мы с тобой можем сделать? Ну, мы можем, например, вот эту ягоду бомбануть на изи. А можем сделать вот так. Ну, в принципе, пока все, поехали. Защита, блин, заработает. Этот-то, конечно, подхалим сейчас начнет тут буянить. Все. Блин, не смогу ничего сделать. Ну, давай вот так вот тогда сделаем. Смотрим. Виноградину, да, влепил? Ну, виноградину, понятно, не сейчас мы уничтожим. Сейчас все будет тип-топ. Вот так вот мы ее... Упс. Вот здесь придется нам делать вот так. Погнали. Естественно, сейчас он сюда поставит свою горячку вшивую. Или что, или... Перемещает. Ух ты. Ну, давай, давай, молодец. Так, следующий, значит, варик. Так. И так. Угу, будет уничтожать, да, я так понимаю. Окей. Да ладно. Ты серьезно, блин? Защита. Нормуль. Только толку-то мне от этого, ребят. Он же все равно сделает, да, сквозным ударчиком. То есть прошьет меня. Вот представь, вот не везет, к сожалению, моему этому супермозгу, и все. Не везет ему. Так, ну что, поехали тогда сыграем вот за этого, за замеха. Чего? Чего? Соперник... Да вы издеваетесь, что ли? Соперников не найдено, зашибись. То есть все играют за зомбарей, что ли? Хорошо устроились, я смотрю. Наконец-то что-то нам... подвернулась, даже пускай он будет повыше рангом, но главное, чтобы хоть кто-то был. Ох ты, да-да-да, замех у нас тоже на спортивной колоде, что ли, замешанный. Замешанный, помешанный. Ну, давай я так вот сделаю. Начнем со Стражи Галактики. Окей. Давай сумоиста поставим. Что он там делает? Шипы. Допустим. Тыч. Окей. Такс. Что мы с тобой дальше сделаем? Наверное, вот так вот. Молодец. Хвалюмс. Погнали.
Ну, мы прокачиваемся. Да, сумасшедший, конечно, погибает, но не страшно. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай так сделаем. Угу. И это все? И это все? Ну что, естественно, ребята, будем вирус применять. Будем применять вирус. 3, 4. То есть 3, 3. И тут 2. Нормально должно получиться. Правда, у него защита здесь есть. Сработает. Все, орех что-то приуныл. Нет, можно, конечно, применить и баллончик этот. Уничтожить вот здесь все, что стоит. Но при вирусе у нас будет все-таки как-никак. Ну что ты там, блин? Завис. Все, ребят, походу сдался. Походу он сдался, да, замех. Супермозга валяют как сосунка, а при замехе сдаются. Ладно, сейчас попробуем сыграть еще раз за замеха. Если он сдался. Сдался, к сожалению. Так, 20 геймчиков мы с тобой заработали. И еще раз. Мы с тобой уже на 17 ранге, как ты видишь. Серебряная лига, все дела. Ну и долго мне ждать. Похоже, да, придется долго. Ну давай сыграем за... Давай вот за нее. За бессмертие. Что-то, по ходу дела, за растение ребята очень мало играет, поэтому даже соперника не могу найти себе. Представляешь? Зашибись, ну давай тогда вот за эту, за Нептусь. Да вы, блин, серьезно, что ли? То есть сейчас перейду за растение, и у меня там просто будет... Ну давай. Так, за розу просили, по-моему, поиграть. Я даже, если честно, не помню, на чем эта роза у нас. На какой пол. О, видишь, сразу. За зам... Чего? Трындец, 35-й ранг. Как тебе такой расклад, блин? Ну да, на заморозках у нас здесь, получается, роза будет рубашиться. На заморозках. Ладно, тяжело, конечно, мне. Ну, попробуем. Хе-хе-хе-хе. Какой довольный, думает, что все у него получится. Фиг тебе. Че у тебя не получится, охламон ты несчастный. Так, довольный, наверное, да? Так, ну что? Желудь у меня здесь еще, оказывается, есть. Ха-ха-ха. Ну что, если я сделаю вот так вот? Угу. Ха. Что, ты будешь перемещать, что ли? Окей. Обменочка так обменочка. Давай я вот так вот сделаю. Немножко как-то у меня за розу не получается, ребят. Если выбираете морозку, так брать полностью всех карты именно к заморозке, там хил и заморозка. А тут у меня что-то и прочерк. Ну ладно, давай смотреть, что он сейчас будет делать. Он может, конечно, кровожадность поставить. Угу. И ничего, да, не стал делать. Давай вот так поставим. А это у нас всем дает прочерк. Ну и чего?
И вот так вот, да, значит, ты? Зачем ему вот эта вот штука? Объясни мне. Что он хочет? Дополнительную энергию? Ну, допустим. Так, что же сделать мне тут лучше? Этого бомбануть, в принципе, наверное, не помешало бы. Или как тут? Давай я пропущу ход. Ой, господи. Ну вот это, конечно, не есть гуд. Вот это вот пакость. Так, защита сработает. Отлично. Так, ну что, этого... Как тут лучше сделать-то? Ну, давай вот этого, наверное, превратим. Хмыря в какого-нибудь. Превратил, блин, свою голову. А, ну это, в принципе, сгорит все, энергия. Тюнь. Ну, теперь что? Теперь нам придется, ребята, делать странные вещи. Погнали. Заморозка раз. Почему я не вызвал? Тупизм. Здесь два. Давай смотреть, что он будет тут вытворять сейчас. Шаманство, двух способностей. Нахапал карты, да? Нам бы вот этот бы не помешал бы. Вот было бы хорошо бы, а? 4-6. Как бы звезданул бы по нему. О, понижает атаку мне. Ты сюда вешает кровожадность. Все? Угу. Так, друзья мои. Смотрим, что он будет делать. Типа ничего, да? Хильнулись. На этого хмыреныша, в принципе, можно вальнуть. Смотрим. Что он там перемещает? Зомби плюс один? Окей. А, бонусную атаку. Так, ладно. Ну, уничтожит он мне этого. А, вот как ты делаешь. Тогда, друзья мои, фигня получается. На бонусных атаках, короче, сыграл, да? Долго ждал. Так 35-й ранг, ребята, чего хотите там? Сидит, ё-моё. И мне тоже, блин, я вот тупанул, когда выставлял перец. Почему не поставил вот это вот, чтобы уничтожить его сразу же? Вот это вот глупость, конечно, была конкретная. Так, Роза, подожди, давай я хочу за зомби, ребят, поиграть. Мы в тот раз с тобой за растения очень много играли. Дайте мне сыграть за зомби. Все, блин, играют за зомбарей, поэтому... Очередь, просто очередь, видишь? Никто не хочет играть за растения. Наконец-то. Так, 23-й ранг, отлично, ребята. Зеленая тень. Так, это убираем, что-то тут... Ой. Вообще что-то не айс. Зомби-астронавт. Так, а это у нас что? Случайно в зомби. Так, выставил, да, ну-ка. Кто у нас появится тут? О, нормуль. Еще и карту получим с тобой.
Еще и карту мы с тобой получим. Угу. Четенько. Ну что, давай, наверное, охотника поставим. Пускай ловит грешников. Капуста. Капусточка, да, значит? Так. Ладушки, капуста, так капуста. Давай сделаем вот так. Будет, наверное, усилять. Может быть, кстати. Нет, не стал усилять, позвал кого-то. Ах, ламончика. Чего? Ну, понятно, вот этого тогда мы с тобой сразу сносим. Это нам не нужно здесь. Угу. Ну, а дальше все, как говорится, по накатанной. Ставим сюда и ставим сюда. Допустим. Заморозка? Ух. Ты, парень, без карт остался, ты в курсе, нет? А я, наоборот, при картишках. И чувствую себя просто великолепно. О, прекрасно как. Все? Ой, четенько-то до чего, ребят, смотрите. Просто цветем и пахнет. Ой, напугал меня, если честно. Так, давай вот так сделаем с тобой. Погнали. Угу. Тынц, тынц. Ну, что мы с тобой можем сделать? Ну, давай... А, нет, подожди, подожди секунду. Давай сделаем вот так. Давай сделаем вот так с тобой. Что там, вытягивает две карты, добор, окей, пускай добирает. Ох ты. Бонусная атака, нет? Нет, без бонусной атаки. Но я его понял. Кто? Покажи мне, кто там у нас явится. О, дурачок. Зомби-дурачок я его называю. Так, что, горошина у тебя, наверное, да? Естественно. Ну что же, тогда вызываем медика. Нам нужно будет хиляться. Нам нужно будет хиляться, но прежде чем хиляться, мы с тобой сделаем. Вот так. Ну, перемещаешь. Молодец. 8, 10, 10 лицо, отлично. Даже больше, потому что сейчас я... Ох, мороженку вызову. Молодец. Все, надеюсь, на этом-то, а? Так, мы можем сделать с тобой следующим образом. Вот так вот. Прекрасно, поехали. Тынц, тынц. Сколько там у него останется? 5 хп. 5 хп-шечек. Давай, наверное, сделаем, знаешь что? Вот так вот. Три бонусных атаки. Ты, блин, серьезно, что ли, а? Так, летучку сюда срочно. Фокус у него не прокатил, короче, да? А, нет, прокатил, ребята. Блин, он же ходит сейчас. Да. Кто бы мог подумать. Я бы, естественно, бы ставил бы сюда нашего хиллера. А зачем я его поставил посередине? Или вначале я поставил, а он потом мороженку влепил, да? Так, по-моему, получилось. Что-то я раскис, по-моему, ребята.
раскиснул в плане того, что надо собраться, собраться. Да блин, меня он напрягает, я смотрю на эти часы, мне на работу надо лететь и нервничаю больше, наверное, о том, что как бы не засидеться. Так, что там, два шампиньона размещает. Ну, один-то мы шампиньон с собой уничтожим, понятное дело, как? Вот сюда. Кто там только у нас появится? О, хорошо. Пиратик. Так, что-то мне подсказывает, что это будет какая-то грибная, да? Пакость. Какая-то грибная пакость будет. Странно. Да, очень странно, кстати. Давай я так сделаю. Уничтожает. Ну, тогда поехали. Сюда вот поставим с тобой. Пускай будут его немножко тут подбешивать, эти мышки летучие. Так, дальше мы с тобой сделаем вот таким образом. Вызываем Йетти. Угу. Первобытный, да? Зомби-Йетти у нас тут. Опа. То есть ты хочешь сказать, что ты играешь на прочерках? Что-то я сомневаюсь, ага. Что-то я как-то сомневаюсь. Так, щупальца у нас есть. Что бы нам с тобой делать? Может, эволюцию? Нет? Не надо нам никакой эволюции, наверное, да? Вот так вот с тобой зафигачим. Прекрасно. Сюда, что ли, бомбанешь? Ну, выкручивается из всего, что может. Сейчас защита сработает, у него дурацкая-то. Уничтожил. Поехали. Угу. 9-5. Кто кого сюда? Давай. Кто кого, так хорошо. Так, ну что, ребята, сделаем вот так вот. Уничтожаешь зомби, да? А мы тоже тебя уничтожим. Ой. Хотя вот так вот мы сделаем с тобой. Все. Что-то я просчитался с этой, с энергией-то. Я думал, сейчас ракетой бомбанем. Бомбанул. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, попробуем. За кого мы тогда хотели-то сыграть? Не помню. Не за замеха. За разгрома, может. Или за нашего любимого ржавого разряда. На колоде спортивной. Смотри-ка, находится быстро. Так, против забастизилы. Тут два варианта. Либо она на хилах, либо она на... Че, на заморозках? В плане, откуда этот-то взялся здесь? Что-то не врубился, юмор. Это что за дела-то? Откуда у меня в этой колоде Гаргантюа? Тем более вообще непонятно какой. Что ты хукаешь-то здесь? Мне укает она мне. Пошла прочь. Так, далее. Ландшафтик есть, отлично. Есть ландшафтик, блин. Есть ландшафтик, а поставить на него некого. Понимаешь? Поставить нам на этот ландшафт никого. Так, ракетка. Будет менять ландшафт или нет? Нет, он вытягивает две карты. То есть у него, видимо, тоже, как у меня, да, какие-то проблемы. Давай я так вызываю. Не удивлюсь, если у него будет могилоед. На хилах все-таки, да? Я так и понял, все-таки на хилах.
Погнали. Так, допустим. Уничтожает зомби, да? Ну, уничтожил ты, и что дальше? Хиляться будешь? Да будет хиляться, наверное. Так, ну мы карту в любом случае с тобой вытянем. Хил, да? Ради одной здоровья-то. Ай, как не хочется терять. Ну, все равно у меня есть ракета, если что, мы уничтожим. Так что по этому поводу я пока не переживаю. Я думаю, вот... Что это за... Карта у меня такая, ну, колода интересная, подозрительная. Непонятная. Так. Все? На этом. Так, если он будет хиляться, значит, нам понадобится с тобой 3 энергии. Три энергии, знаешь, мы сделаем с тобой вот так. Угу. Давай-ка так, наверное, с тобой сделаем. И... А стоит ли? Я думаю, стоит. Отлично, поехали. Так, у нас защита сработает, я надеюсь. Спасибо, это нам пригодится. Это нам с тобой пригодится. Давай я так и сделаю. Угу. Хиляй, да? Давай, хиляй. Все на этом, надеюсь. Чпокс. Армул. Погнали. Так. Ой. Ой-ой-ой. Что-то я как-то не подумал. Ладно, ребята, есть у нас с вами чем прикрыть, если что. Погнали. Прекрасно. И сделаем вот так. Ой, ё-моё, я же хотел... Ё-макарёк. Блин, я же хотел одну энергию оставить для того, чтобы воспользоваться. Да. Чё-то я как-то здесь обделался чуть-чуть. Хотя, с другой стороны, может быть, так оно и лучше будет. Это же пока сейчас еще будет хилять, насколько я помню. Вот это вот. И эти все будут. И эти все будут. Так, ну что я могу поставить? Вот сюда, вот так вот. Допустим. Подсолнушек. Подсолнушек, подсолнушек. Ну что, сделаем, наверное, вот так вот. Угу. Хил нам нужен будет пока или нет? Вот не знаю, нужен ли нам будет с тобой хил. Давай его так все-таки сделаем. От греха подальше. Погнали. Так, минус. У него 100% должен быть дофигища хилов, поэтому... Сколько там? 4? 8. 4-8. А этот у нас от 5 идет.
Давай вот так я сделаю. Ага, опять со своим, да? Подсолохом. Ну, придется тогда с ним. А, мы не сможем сейчас его уничтожить. Или сможем? Ну что это, ну... давай так сделаем. Поехали. Естественно, срабатывает. Что там? Допустим. Такс. Ну давай так сделаем. Потому что он сейчас будет бить. Все. Хиляет потихонечку, хиляет. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так, пять в лицо. Давай я пропущу ход. Ну, все на этом. Вызвал довольный. Так, сколько он дает нам? 1 плюс 3. Так, 2 этих. Да, в принципе, ему крышка, ребят. Да, это что хочешь, что делай. Так, погнали. О, даже еще лучше. Так, нам уже 5 было, да? Ну, сделаем чуть больше. Ну и все. Еще вот так вот, на всякий случай. Погнали. Естественно, сдался. Ну что, друзья мои, все, все. Пора бежать, лететь, как говорится. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.